Средняя цена за квадратный метр в новостройках Уфы в июле составила 151 тысячу рублей. Это на 1% ниже, чем в июне. Стоимость новых квартир за это же время составила 7 миллионов 200 тысяч, снизившись на 0,1%, сообщает портал «Мир квартир». Уфа оказалась на 16-м месте среди крупных городов по средней стоимости квадрата в новостройках. По снижению цены столица Башкортостана находится среди лидеров. Больше всего квадрат подешевел в Махачкале на 7%, в Новокузнецке на 3,5%, Пензе на 2%. При этом в целом по России новое жилье продолжило дорожать, несмотря на отмену востребованной льготной ипотеки. Рост отмечается в 44 из 70 городов. Больше всего во Владикавказе почти на 8%, Улан-Удэ на 4,5%, Калуге на 3%. Авторы исследования считают, что по завершении льготной программы большинство застройщиков еще не успели пересмотреть цены, но сделают это в ближайшем будущем.